Сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В Иордане крещайся тебе, Господи, Троическое явится поклонение, родители благословительства в тебе. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе. Йордан, Йордан, три дзвоночки дзвонять, ой, на Йордана, Йордан.
сердце. Не стали мы своей вечной доброй молитвою. Вознеси над нашими головами и душами отбегулица. Светлую и длинную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Матерь Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающий приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Я вдячный Богу и вам всем. Повірте мені, нас би таких побольше, таких людей, то в Україні була би рай. Я хочу всім нам побажати, всім присутнім тут, за цим столом, щоб цей колектив приумножався, збільшувався. Не тільки в колісі, але й в хаті. Тому я хотів підняти келих за всіх присутніх, щоб вас всіх Господь любив, щоб ніколи не покидав. Ваші сім'ї кріпилися, умножалися. І мені дзвонили часу часу, щоб мені робота була. Так, спасі Господі вас всіх, дорогі мої. Много літа, щастя, здоров'я. Советуем парням.